снова приглашу на сцену большую компанию, но на этот раз с одинаковыми инструментами. Вначале мы услышали настоящий традиционный квартет саксофонов. Это баритон, тенор, альт и сопрано саксофон. А сейчас мы услышим несколько произведений, переложений для так называемого однородного ансамбля. Это когда все инструменты одинаковой высоты, одинаковой тесситуры. Но это очень полезная вещь, потому что ребята отрабатывают строй, интонацию, синхронность во всем. И на самом деле за год набрался очень разнообразный репертуар. Это Джузеппе Верди, прелюдия к опере Травиата, Петр Ильич Чайковский, Папа Рига из детского альбома, Александр Спендиаров или Спендиарян, Крози. Кстати, тоже его юбилей. Вот в этом году. Уже в прошлом. Астор Пьяццолла, танго Силь Бопре. И Дональд Яссир. Thank you.
Mm-hmm.